Ульянов Паша из Тельчинской школы-интерната учится в 4 классе. У ребенка особая любовь к рисованию. Вдохновение юный художник черпает из неистощимой детской фантазии. Но он мечтает нарисовать вовсе не стены своей комнаты в интернате. Рисовать буду портреты. Вот какой-нибудь там мир найду, какой-нибудь там дом какой-то, ну, какую-то область и нарисую. Если что, я продам, если мне нужны деньги. Сообразительный, ласковый, немного стеснительный, Паша быстро привыкает даже к незнакомым людям. В свободное время он часто собирает из конструктора различную технику. К сожалению, в школе-интернате у мальчика нет рядом папы, который бы составил ему компанию в настоящих мужских делах. Учителя Паши сразу отмечают особые моральные качества мальчика, которые даже в столь юном возрасте нельзя не заметить. Паша у нас мало что умел. Но он очень способный мальчик. Мы с ним очень быстро все наверстали, научились читать, научились писать. И он доброй души человек, он очень ласковый. Он, Паша, ну правда, я рассказываю про себя. Он всегда подойдет, если там кого-то что-то, он всегда погладит. Вот, всегда подойдет, обнимет, спросит, как дела. Вот такой он человек. Он не, совершенно не злой, очень любит играть с детьми. Всех, кому не безразлична судьба Паши, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области по адресу: город Орел, улица Лескова, дом 22, или по телефону 47 57 69. Вы можете стать для него приемными родителями, оформить опеку или усыновить. Процедура сейчас упрощена. Перечень информации, справок, необходимых документов, которые должно быть отражено, конечно, состояние здоровья усыновителя, их материальное положение, отсутствие судимости и многие другие факторы, которые как раз и будут показывать, что те лица, которые изъявили такое желание, способны и в плане моральном, нравственном, духовном, материальном, экономическом обеспечить именно те условия, о которых я сказал, полноценное духовное, физическое, нравственное, психологическое развитие ребенка.